Доброе время суток. Всем привет, с вами Лилия Донскова. И сейчас мы с вами будем вместе делать заказ по 12-му каталогу. Я захожу к себе в личный кабинет. Нажимаю кнопочку «Войти». Открываю каталог. Он располагается у вас в левом верхнем углу. Мы просто нажимаем «Открыть каталог». И начинаем вместе его листать. Просто нажимай на стрелочку справа. Справа, или если вернуться назад, то слева. И, конечно же, мы будем выписывать новую тушь. Кладу ее в корзину, потом мы увеличим. Закрываем и листаем дальше. Кстати, обратите внимание, какая классная акция с тушью. И, может быть, кто-то из нас выиграет как раз... То есть не может быть, а точно кто-то из нас выиграет автомобиль. Краска для волос по шикарной цене. Сейчас положу в корзину мой любимый оттенок 3.0, темно-коричневый. Кладем его в корзину. Можно, кстати, количество сразу здесь регулировать. Можно потом добавлять. Сейчас моя задача, главное, положить в корзину все, что я хочу. Ничего, главное, не забыть. Обязательно положу тон CC, многофункциональный. Сейчас мы выберем. Так, оттенок сначала нужно выбрать светлый. Количество одно. Кладем его в корзину. Главное, не перепутать, что мне нужен светлый. На зиму будет просто великолепно, у него такое плотненькое покрытие, красивое. Обратите внимание на эти страницы, какие огромные скидки на прекрасные средства. Это хайлайтер и праймер для визуального уменьшения пор. На этой страничке мои любимые тона, и мне нужна как раз для клиентки кисть. Кладу кисть. И хочу взять вот эту тональную основу, Aqua Boost. Но мне нужен цвет, сейчас выберем вот этот, наверное, так светло-бежевый. Вот теплый бежевый или слоновая кость. Вот возьмем слоновая кость, положим в корзину. Это тоже для клиентки. И это мы закрываем и двигаемся дальше. Далее выбираем помады. Две помады мне заказала клиентка. Одна, она взяла оттенок. Так, надеюсь, они тут по порядку идут. Сейчас я открою каталог на всякий случай, чтобы сравнивать, чтобы не ошибиться. И хочу взять на пробу себе одну помаду. Так, значит, нам нужен нежный латте. Вот это какой? Это персиковый. А где латте? Так, а это не то я открыла, извините. Мне нужна помада мусс, правильно. А нежный латте, сливочная помада. А здесь другие оттенки. Так, непорядок. Хорошо, мы закрываем. Я просто вобью коды потом из каталога. Здесь какой-то сбой на сайте. Может быть, они сюда их запрятали. Сейчас проверим. Нет, то же самое здесь. Ну, окей, мы не будем расстраиваться. Можно просто, например, выписать коды того, что вам нужно. Вот они, коды указаны здесь, около каждого продукта. Мне заказали первое нежное латте, ореховое пралине, а себе я хочу взять пряное какао. Мне кажется, такой цвет необыкновенный. Честно говоря, просто немножко переживаю, конечно, за него, но думаю, что все будет хорошо. Так, что-то тут подвисло. Ждем. Листаем дальше. Обращаю ваше внимание на тушь для бровей. Я ее распробовала. Классная штучка. Мне очень нравится. Кстати, если у вас брови темные, берите все-таки на тон светлее, чтобы прокрасить все вот эти пушистые волосики, которые практически невидимые, и чтобы не было слишком перегружено. А потом корректором докрасите. Или карандашом, или корректором докрасите. О, шикарные цены на карандаши. О, соблазн. Ну вот у меня есть зеленый, прям новый еще мой любимый. Синий. Поэтому я пока воздержусь. Двигаемся дальше. И вот мы дошли до коллекции украшений. А, нет, не дошли, скоро дойдем. Двигаемся дальше. Парфюмы. О, мой любимый теперь парфюм On The Edge. Потрясающий, дерзкий, вкусный аромат. Клевый, просто очень клевый. Мой любимый Happy Diac. Девочки, они просто обалденные все. Так, двигаемся, листаем. Масло массажное, вот что мне нужно. Это просто фантастическое масло. Если вы еще себе его не брали, и вот этот спрей, фантастические масла мы берем. Потом я его там увеличу. Сколько мне нужно спрей, просто фантастически вкусно, вкусный такой сексуальный аромат. Так, мужские парфюмы пропускаем. Парфюмы мне пока не нужны. Все есть, дезодоранты. У Миши еще уход не закончился. Листаем дальше. Так, пропускаем, пропускаем. Так, маски. Мне заказали маску. И... Сейчас мы откроем и сразу сделаем две. Вот здесь можно сразу регулировать количество. Одну маску я возьму себе, а одна у меня под заказ. Хочу попробовать питание. Увлажняющий гель, маска для лица. И тут такой состав у нее вкусный. Мне кажется, она будет классно пахнуть. Так, двигаемся. Это все мне не нужно. Все есть. Ищем то, что нужно. Как я люблю эту серию. Novage. Так, кстати, если хотите отрастить волосы, обязательно пейте курсы «Минутри комплекс для волос и ногтей». Мне очень помогает и укрепить волосы, и сделать их, как говорится, красивыми такими. Так, сейчас покажу вам, что есть сахарный скраб. Посмотрите, за 299 рублей берем. Сахарный скраб берем, берем. Так, это я все взяла уже, это тоже. Так, это все есть.
Кстати, обратите внимание, новая щетка для распутывания волос пробовала, и вот эта чистилка прям прикольная. Я просто боюсь, что я не буду чистилкой в этой пользоваться, поэтому я ее пока пропущу. А расческа меня, в принципе, вот полностью устраивает, вот эта расческа массажная для волос. Я прям от нее балдею, насколько она хорошо и массирует волосы, и распутывает их. Я пока остановлюсь на этой, слишком много всего, даже некуда класть, поэтому будем скромнее. Будем брать то, что действительно нужно, и то, чем будем пользоваться. Да, сейчас, вот эти бальзамы для губ, они просто восхитительные, пахнут ванилькой, и так надолго хватает, там 10 мл. Девочки, это просто бесконечность. Вот что я хочу взять, это рассыпчатая пудра Giordani. Потому что это не пудра, это просто супер пудра. А где она? Вот, пудра в корзину. Так, двигаемся дальше. Мне, в принципе, нужен заказ на 150 баллов, поэтому я сейчас просто выбираю все, что мне нужно. Отсюда мы возьмем консилер. Такого у меня еще нет, очень хочу попробовать именно вот стойкий. Возьму светлый оттенок. Возьмем, попробуем, как он. Так, и двигаемся дальше. Так, здесь смотрим. Так, что есть? Все хорошо, двигаемся дальше. Так, здесь, обратите внимание, вот эти матовые тени, это лучшие тени, которые я когда-либо пробовала в жизни. Они и как основа под макияж шикарные, и как самодостаточный просто продукт, просто шикарный макияж получается. Ура! Контур для губ, выбираем. Я возьму себе вот такой оттенок, две штуки. Две хватит? Два или три? Возьму три. Такой популярный цвет у меня. Просто я им очень много пользуюсь. И такая шикарная цена. 149 рублей. Это же просто кайф. Кстати, классная кисть для губ. У кого нет кисти, обязательно возьмите. Энергоблески. Так, здесь мы возьмем. Так, защитный белый лак. Двигаемся дальше. Так, вот мы возьмем закрепляющее покрытие сушку. Она просто необыкновенная. Так, а где же лаки? Что, я их пропустила? Ага, стойкий лак для ногтей. Очень захотелось мне такого розового лака, хотя лето заканчивается, но я так люблю розовый цвет, и такая классная цена на этот лак всего 119 рублей, ну как не взять, как себя не побаловать. Так, это я пропускаю все, грузись, так, это нам не нужно. Обратите внимание, какие мега-мега объемы крема для рук, дезодорант и крема для ног, они просто бомбические, все очень классные объемы. Так, здесь мой любимый, у меня еще есть один флакончик, тоже брала в прошлых каталогах, лосьон, кокосовая вода и дыня, как он вкусно пахнет, какой он нежный, какая с ним кожа. Вот, мой любимый шампунь, почему-то он понравился моей семье, и вот так все с удовольствием берут и пользуются. Так, вот он в корзину, возьмем, чтобы был запас. Такой шампунь, я люблю гели для душа, вкусняшки. Так, новые дезодоранты у меня тоже есть, и мыло надо взять. Угадайте, какое, конечно же, это будут клубника и кокосовая вода и дыня. Так, заходим в корзину. Надо сразу отказаться от чего-то, что мне не нужно. Мне не нужен пакет. Где у нас 540? Да, пакет 540, 546. Мы берем такое движение, легким движением руки. Отказываемся от пакета. И добавляем те помады, которые нам не показали коды. Но мы знаем, что с этим делать. И выписываем 35 824. И все-таки пряное какао. Ой, ну прям я так переживаю, какой же взять. Ну, скорее всего, все-таки его 35 826. Надеюсь, мне понравится. Надеюсь, это будет то, что нужно. Так, листаем. Теперь мы смотрим тушь. Мега объемная тушь для ресниц. Мы ее возьмем побольше. Мы сейчас будем увеличивать в зависимости от того, сколько заказ. Кисть тональная, снова масло мы берем. Прям штучки 3. Так, две маски есть, сахарный скраб. Почему скрабов беру мало? Потому что видела, что в следующих каталогах уже будет новый скраб в серии Spa. И, конечно же, я его буду брать, естественно. Так, карандаш для губ. Посмотрите, 119 рублей карандаш. О, фантастика. 95 рублей лак. Я обалдею. Так, сейчас, если что, мы будем увеличивать. Все норм. Пошли дальше. На самом деле, мне нужно всего 150 баллов, еще и премьер сюда воткнуть. Поэтому, скорее всего, заказ буду дробить на две части. Один на себя, один на Мишу. Вот. И что я всегда рекомендую вам посмотреть, это скидку. Скидка, пока еще не зашли все, не начали делать заказы, вы можете успеть схватить себе со скидкой что-то очень-очень привлекательное. Ох, шикарный питательный крем-масло для тела. Тоже у меня такой есть. Набор для дизайна. Мужской триммер. Румяна. Гель для умывания. Шарф не нужен. Ух ты. Тени. Приглушенная слива. Хороший цвет. Так, смотрим. То есть здесь бывает иногда что-то такое обалденное. И вот чтобы не пропустить, пылающий алый. А я только выписала в прошлом каталоге. Ну, лаков много не бывает, надо взять. Так, дальше. Ух ты, красивое кольцо, мадемуазель. Брусничный смузи, тоже лак, какой красивый брусничный смузи. На зиму я люблю яркие лаки, белый глянец. Слушайте, ну это прям сплошные соблазны. Так, итак, ну давайте попробуем еще вот этот белый глянец, потому что белый тоже бывает нужен. Добавляем в заказ. Ждем, когда обработается. И сюда нам нужно сразу добавить что-то с премьер-клуба. Так, ах, у нас еще не показали нам аксессуары в этом каталоге.
Да, интересно. Тогда проверяем, сколько у нас баллов. 173. Это уже много, поэтому сейчас я буду что-то убирать, что-то добавлять. Ух ты, мне сумка-трансформер добавилась в подарок. Слушайте, ну классно же, подарки. Так, это все с резерва пока что есть. Надо что-то убрать. Сейчас я захожу в корзину. Так. Просто я хотела еще из бижутерии заказать что-то очень срочное и важное. Я хочу, чтобы оно пришло уже в среду. Так. Вот, я хочу кое-что уже взять. Давайте сразу добавлю, посмотрю, сколько, что можно убрать. Так, из бижутерии я беру ожерелье цепь 314-3. И серьги-пусеты в виде скрепок. Мне очень понравилась такая необычная форма серьги-пусеты. И мне еще очень-очень понравился пояс. Красно-черный. Он такой эффектный, действительно просто необычный пояс. Я думаю, что я его буду носить. Есть даже с чем носить. Самое интересное, что столько вариантов, как его можно носить, что это просто взрыв фантазии. Просто взрыв фантазии. Так, давайте сразу что-то уберем. То, что я точно знаю, не закончится быстро. А пока краску уберем. Так, уберем пока что масло, оставим одно. Пудра тоже не закончится быстро, я думаю. Так, это тоже не закончится быстро. И проверим, что у нас получается. И добавим еще по бизнес-классу, по премьеру. Что-то нужно взять из каталога. Я обычно всегда беру wellness. И в этот раз мы, наверное, возьмем мужские витамины. Потому что все остальное пока есть. 22 793. Добавляем заказ. Сразу спускаемся вниз и нажимаем пересчитать заказ. Нет, не пересчитался еще. Сейчас. Что-то не добавилось. Добавить. Вот. Теперь все правильно. Да, опять баллов будет много. Ну что же делать? Ну сейчас что-то я уберу еще. Возможно, витаминов нету? Странно. Вы видите, да? 22, 7, 9, 3. Wellness Pack для мужчин. А почему так? А где он? Ах, я еще не включила заказ клиентки. Ой, конечно, вот делать заказы это не быстро. Это нужно прям посидеть. Еще одна клиентка, я забыла заказ добавить. Нужно будет посидеть, пофантазировать. Но я сейчас, по крайней мере, сделаю с вами часть. И потом, может быть, что-то еще удалю. Перенесу в другой заказ. Вот, она еще заказала тушь, краску. И теперь мы довольны. Добавляем в корзину. И вот теперь посмотрим, что получится. Ну, если даже нет мужских витаминок, ничего страшного. Сейчас попробуем еще раз их добавить. Так, внести изменения. Пусть они останутся. Ладно. Пересчитаем заказ. Ух ты, 150 баллов, как красиво. Нету витаминок, вы видите? Давайте другой продукт попробуем. Внести изменения. Попробуем взять что-то вкусненькое. Даже не знаю, что взять. Всего вроде бы много. Так. Попадаем-ка себя батончиками. Пересчитать заказ. Вы видите, да? Ничего нет. Почему? Я не могу понять, почему нет. Пробуем другой код. Давайте все подряд пробуем. Давайте wellness pack для женщин. 22, 7, 9, 1. Одна штука. Внести изменения. Мотаем вниз. Нажимаем пересчитать заказ. Да. Просто этого не было на складе, а это есть. Ну и окей, пусть будет. Так, итак, проверяем, сколько у нас получилось баллов. 175, это много, надо еще что-то убрать, перенести в заказ Миша. А, еще и лаки, нужно добавить. Окей, сейчас тогда мы к Мише в заказ перенесем сахарный скраб, тональную основу. Ох, их тут даже две штуки почему-то. Но должно остаться даже меньше, чем нужно. Если что, я сразу тушами сделаю заказ. Проверяем, сколько баллов. Сколько баллов? 151. Слушайте, отлично, просто отлично. Вы здесь маник оплатите всего 2 931. То есть заказ на 7000, 4000 списывается с товарного поля. И к оплате всего лишь... Блин, какая прелесть. Еще и подарок идет. Так, еще раз проверяем. 151 балл. Шикарно. Чего не хватает? Лаков, да? Давайте лаки сразу добавим, потому что сейчас моментально все выгребут. Лучше что-то уберем. Да, давайте сразу уберем одну тушь. Сейчас, а то они потом пропадают. В корзину заходим. Убираем одну тушь. Одну тушь. Нажимаем далее. Проверяем, чтобы у нас премьер тут был. Проверяем премьер. Витамины на месте. Отлично. Далее нажимаем посмотреть. И все, что я выбирала до этого, нужно опять выбрать. То есть это лак для ногтей. Да, я люблю лаки. Я их очень люблю. Пылающий алый уже отмечен. Так, вот. Брусничный смузи. Очень красивый цвет. Очень просто. Он восхитительный. И я хотела взять белый глянец. Значит, он тоже нужен. По-моему, все. Давайте еще раз посмотрим. Тальки всего по 99 рублей. Девочки, фантастика.
Так, 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 проверяем. Тут надо быстро действовать, потому что может все быстро закончиться. Здесь очень ограниченное количество этих продуктов. Такие серьги мне еще очень нравятся, прям соблазняют. Ух, но у меня этих сережек очень-очень много. Но эти очень красивые. Нужны, нужны? Нет, нет, задержусь. Всего много. Так, добавить заказ нажимаем. Сейчас он предложит нам это пересчитать заказ. Мы соглашаемся и смотрим, сколько получается баллов. 152, отлично. Пусть будет 152. Что нам нужно сделать с вами? Еще раз все просматриваем. Что будет, что нам придет. Так, запоминаем, чтобы не повторяться в следующем заказе. О, мои красавицы, придут ожерелья, лаки, все есть. Так, еще мне придет... слушайте, а мне вот этот набор, кстати, уже не нужен. А, он приходит или нет, не пойму. Да, и он 4 балла. Сейчас, если мы его удалим, то нам надо будет что-то добавить. Ну, он мне, правда, не нужен, я уже взяла его в прошлом каталоге, поэтому я его удаляю. Бесплатная листовка пусть остается. Сейчас пересчитаем. И останется у нас мало баллов. Сейчас 2 балла надо будет добавить. Ё-моё, давайте добавим что-то. Вот так я открываю. И добавляем. Можно, в принципе, удвоить что-то здесь, вот что есть. Что-то я хотела. Давайте мыло возьмем. Раз, два. Мыла много не бывает. Тем более с такой скидкой надо брать. Да, приятный подарочек. Так, лаки пропали? Нет, не пропали. Супер, проверяем, сколько баллов. Ровно 150. Выбираем доставку. Курьерская доставка. Вы выбираете туда, куда вам нужно. Вы можете выбрать сервисный центр, сервисный пункт, пункт выдачи пикпоинт или курьерская. То есть смотрите, что у вас есть в городе. У меня есть курьерская доставка, поэтому я, естественно, выбираю курьерскую. Выбираю адрес. Проверяю. Всего к оплате 2 874. Какая прелесть. Вы представляете, я столько всего получу. Еще мне клиенты дадут деньги, и у меня эти их заказы практически полностью перекроют стоимость заказы, и получится, что все мне придет в подарок. Та-дам! Класс, класс, класс. Все, нажимаем волшебную кнопку, которая так и называется «Завершить оформление заказа», и можно приступать делать следующий заказ. Подождем, когда обработал. Все, обработалась. Класс. А я вам сейчас хочу сразу показать одну фишку. Если вдруг вы смотрите и понимаете, что вы что-то забыли заказать, или что-то вам нужно срочно поменять, или еще какие-то форс-мажоры, заходите в личный кабинет, нажимаете «Заказы», заказы, история заказов, вот тут сбоку, история заказов. Открывается ваш заказ, который вы только-только что разместили, вот он, накладная. И если вы хотите его, кстати, а где? Где отмена? Вот тут стоит всегда отмена. То есть вы можете заказ этот отменить просто-напросто, чтобы быстренько поменять то, что вам нужно. Ну, возможно, потому что сегодня воскресенье, еще сайт не работает не совсем корректно. Может быть, из-за этого здесь этой кнопочки нет. А обычно, если это не первый день и не два последних дня работы каталога, все есть. Кнопочка есть, можно отменить, сделать новый заказ, чтобы у вас все было тип-топ. Двухсторонний поезд-трансформер, какая прелесть. Ой, я теперь буду такая маньяха. Сумка-трансформер придет. О, чайник заварочный. Интересно, придет или нет? Стоит по нулям, но цена есть почему-то. Ну ладно, не суть. Важно, иногда бывают сюрпризы в заказе. Итак, сразу продолжаем. Делаем второй заказ уже на номер Миши, чтобы не упустить ничего. И чтобы вас не мучить, я уже заранее положила в корзину все, что я хочу взять. А кстати, про что я забыла сказать. Когда заходите прямо вот на первую страничку, открываете стойкий вау-эффект. Смотрите, стойкий вау-эффект. И вот здесь вот нам компания предлагает несколько продуктов по огромным скидкам до 72%. И из этой распродажи я беру Экла Луи, шикарнейший, просто шикарнейший мужской аромат и средства для снятия водостойкой косметики. Я сейчас вам покажу цены, вы просто выпадете в осадок. 479 рублей. Обалдеть. Так, у меня почему-то здесь удвоился весь заказ. Сейчас будем уменьшать. Не знаю почему, но бывает иногда. Туши, краски. Ух ты! Прям от души все поудваивалось. Даже не помню, сколько я брала. Это точно одну, это штуки три. А вот крем не помню. По-моему, два. Ну, сейчас проверим. Сейчас я посмотрю, чтобы по баллам тоже было 150 примерно. Мне нужно... У меня омега здесь по подписке идет уже третий шаг, четвертый придет бесплатно. А по баллам получается 163. Это много. Сейчас я посмотрю, что-то убрать. Ага, у меня тут суп уже есть. Так, что-то у меня много-много. Можно будет краску убрать. Это 5 баллов. А сколько нужно? 13, да, убрать? Так, что-то здесь еще пакет почистить. Да, я периодически так отказываюсь от ненужных вещей. Так, 163, мы делаем 150. Поднимаемся наверх, заходим в корзину. И кое-что уменьшаем.
Например, красочку для волос возьмем 2. Так. Ну, давайте один тон оставим. Если что, следующий заказ. Почему делаю вот так, чтобы вышло сразу норма? Это, во-первых, потому что я могу потом еще делать заказы. А во-вторых, чтобы сразу была бесплатная доставка на дом. Это очень удобно. Так, скидка 50% уже лежит. Все убрала. Омега есть. Каталоги есть. А, от пакета забыла отказаться. Секунду. Бывает такое. Вот код отказа от пакета. Просто копирую, сюда вставляю, одна штука. Заходим. Так. Смотрим. Заказы можно делать часто, если у вас доставка нормальная, не слишком дорогая. Если доставка дорогая, старайтесь все в один заказ пихнуть. Так, 4 туши здесь, там у меня тоже несколько. Туши, конечно, мало. Надо бы побольше взять туши. Ну, ладно, возьму в другой раз. Или туши взять больше. Ох, сейчас, подождите, проверю. Так, пудра, шампунь. Шампунь, кстати, обожаю, яблоко и бамбук. Какой же он хороший. Так, все проверяем. 149 баллов. Обалдеть. Так, значит, мы возвращаемся наверх и добавляем что-то. А что мы добавим? Просто тушь можем добавить. Тушь. Мега объемная тушь. Тушь или крем взять? Блин, такой крем классный, с такой огромной скидкой. Ух. Давайте крем. Или тушь. Тушь возьму, тушь. Тушь очень крутая. И тушь самая популярная, я все время заказываю. У меня в заказе штук 6 уже есть для разных там клиентов. И еще одна не помешает. Так, со скидкой 50% я взяла суп. Томат, базилик, всего 1060 рублей. Шикарный супчик. Так, здесь проверяем все, резерв. Тут все смотрим, каталоги положили. Каталоги есть. О, книга красоты пусть будет. Я их даю клиентам. Нету пылесоса до сих пор на складе. По акции. Помните, да, была акция, мы собирали баллы. Я взяла пылесос Philips. И он выйдет всего 1132 рубля. Но пока его нет. Так, все у нас получилось. Выбираем доставку. Доставку курьерскую. В один день придут сразу несколько заказов домой. Мой нишин. И смотрите, сколько к оплате. 2669 рублей. Всего-навсего 154 балла. И сразу я выполнила второй шаг акции на двух номерах. Можно будет потом выбрать любой продукт. Абсолютно любой набор за 199 рублей, и я уже даже знаю, что я буду брать. И я нажимаю кнопочку «Завершить оформление заказа». Итого у меня получилось заказов на 304 балла, да, правильно? Тут, по-моему, ровно, или 151 балл. Уже забыла. Ну, примерно 300 баллов. Вот, проверяем. Все есть, все. Почему воды много взяла, сами понимаете. Такой аромат, чудо просто. Это себе сразу припрячу. Это все разойдется по клиентам кому-то. Все отлично, просто шикарно. Ребят, спасибо за внимание, делайте быстрее заказы, не откладывайте на последние дни каталога, когда там уже чего-то нет, что-то отсутствует, что-то там, да, ожидания не оправдываются. Очень грустно, когда делаешь заказ, а там этого нет, этого нет, этого нет. Я вот такие вещи не люблю, люблю, чтобы все было, и поэтому в первый день, вот прям первый день, смотрите на время, 26 августа, 14:51, только открылся совсем недавно каталог, и я вот делаю уже все, два заказа сделала, 300 баллов отстрелялась. В среду будем записывать видеообзоры, я вам все это покажу, что-то открою, мы что-то будем сразу пробовать, держать в руках, то есть объем. Это все очень круто, и порадую клиентов, и себя. Так что до встречи, всем счастливо, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик внизу, чтобы сразу приходило вам оповещение о новых видео. Видео будет много, будут видео интересные, готовим обзоры сумок моей коллекции, аксессуаров. Да, это будет просто бомба, потому что у меня столько накопилось аксессуаров. Некоторые лежат годами новые, потому что просто не успеваю даже носить, к сожалению. Вот, так что до встречи, всем пока-пока, счастливо!